И снова всем привет, с вами Мистер Икс, и мы продолжаем играть в Террарию. Как вы смогли догадаться, у нас уже нет здесь начального домика. Я построил себе новый дом. Сейчас покажу карту. Мы докопались здесь до лавового уровня, но у нас пока что нечем прокопать. Обсидиан, да, это так и называется, обсидиан. Сейчас я их убью. И начинаю. Я строил, по-моему, в предыдущей серии вот эту платформу, если я не ошибаюсь. И давайте я вам покажу, какой я сделал набросок нашего будущего дома. Как я уже говорил, мы будем жить с вами в подвесном доме. Вот такой вот он. В начальном, скажем так, этапе. Если по карте... По карте. Вот по карте у нас такие четыре кружка. От них все будет идти. Здесь у нас центр. Это у нас, скорее всего, временное такое жилище для NPC, пока я не начну, застрою полностью вот эти все части, чтобы нам NPC переместить. Как вы видите, здесь у нас я уже двоих переместил. Вот здесь медсестра у нас бегает. Вот еще двое. Вот. А в основном они живут здесь. Дом полностью защищен, потому как любое событие, даже происходящее в Террарии, оно проходит там внизу, и к нам оно не доходит. Единственное, что к нам долетают, это, ну, ничего с этим не поделать, потому что летающие мобы, они как бы есть. Сверху у нас здесь также строится платформа. Так, это я сейчас уберу. Для того, чтобы быстро перемещаться, к тому же я сделал здесь вагонетку и рельсы проложил. У нас будет полностью все это дело рельсами, да? Вот здесь вот я до сюда дошел, здесь у нас разлом, да, искажение, можно так сказать. И здесь у нас, значит, снежный биом и еще одна земляной биом, обычный, можно так сказать. И здесь у нас, по-моему, опять искажение идет, да? Да. Я думаю, что сегодня мы с вами отправимся. Здесь, кстати, тоже вот искажение идет. Да, и здесь джунгли. Скорее всего, мы с вами отправимся сегодня в эту сторону и попробуем дойти до конца карты. Потому как надо это сделать. Здесь у нас, если я вот так же пойду на том же уровне, я через дерево, да, пойду. Может быть, здесь выше сделать платформу. Я вот думаю, не низко ли я сделал эту платформу. Возможно, надо было сделать выше. Заодно мы с вами бы захватили и летающие острова. Он где-то примерно на этом уровне, он как раз и находится. Я думаю, что можно будет отсюда. Я буду строить, может быть, даже вот... Ну да, где-то вот прям с верхушки надо идти. Полностью. Кстати, у нас ночь. Степануть же ее никак нельзя. Может быть, куда-нибудь вниз забуриться сейчас. Забуриться вниз. Перетащил я сюда все сундуки. Что еще? Какие у нас изменения? Это я, по-моему, показывал уже. Эмеральдовый у нас крюк. Ну и у нас платиновая кирка и меч. Мы играем за воина. Одежду я себе скрафтил из серебра. Больше, к сожалению, у нас ни на что не хватило, но, по-моему, у нас что-то уже есть. Да, платиновая у нас уже куртка есть. Здесь у нас железо и... Это олово, по-моему, да? А платина чуть-чуть осталось. Теперь у нас пошло разделение на... шлем, воин, маг и рейнджер, да, так это назвать, дальний бой, в общем. Поэтому нам надо думать уже, какую мы будем направление идти, по какому качаться, но я думаю, что будем за воина, поэтому мы будем обычный шлем себе крафтить. Так, здесь у нас блоки, а где у нас блоки? Вот здесь, да? Строительные блоки. Либо можно построить что-нибудь в этой серии, но у нас мало вот этих. Ладно, посмотрим. Посмотрим. Это что такое? Это сюда. Хотя, я, знаете, я бы, наверное, это взял с собой. Потому как... Давайте, наверное... А, у нас ночь. Ночью отправляться как не ок. Я бы сказал. Там мобов полно. Можно, конечно, в ночное путешествие. Сколько там у нас есть?
Дерево надо бы. Ну-ка, пойдем. Добавили вот такие вот лючки. Жалко, что всего лишь на 2. Я бы хотел на 3 еще видеть. Может, конечно, и есть на 3. На 2 я не люблю, обычно как-то на 3 получается более нормально. Я думаю, что нам этой арены, в принципе, должно хватить. Она на 3. 3, ну плюс вот эта четвертая, как бы здесь, если кто-то будет летать. Но, возможно, я сделаю себе арену еще повыше. Потому как я люблю высокие арены, чтобы нам никто не мешал. Пока к нам никакой этот босс не приходил, и это хорошо, никакой глаз Ктулху еще не появлялся, потому что мы попросту не готовы. Воинам, наверное, самое трудновато их бить, потому как дальний бой все-таки рулит в этих играх. Ну, вообще в играх рулит дальний бой. А я хочу вот за воина играть. Так, ну давай. Давайте мы скушаем вот это, что такая фигня. Пойдем, наверное, все-таки ночью. Я надеюсь, событие никакое не произойдет сейчас, никакой кровавой луны, поэтому мы дойдем, мы справимся. Ну, потихонечку, конечно, будем убивать вражин. Труднее всего будет в джунглях, потому как там могут злые. Кстати, можно даже факелы ставить. Потихонечку факелы здесь ставить, чтобы было не так страшно. Так, глазик, иди отсюда. А ну-ка, давай. Так, ну чё? Ты ко мне, я к тебе, давай. Ну, здесь вот я уже свет ставил, я вижу, что я здесь уже ходил. Вот здесь только. Ну, чтобы было светло. Конечно, когда платформы есть, и по платформам все намного веселее бегать, потому как, ну, быстрее попросту. Попросту быстрее. Здесь у нас дерево, да? Дерево темно. Мы поставим свет. Со светом куда веселее. Я думаю, что у нас будет данж в этой стороне. Нам разговаривать с этим нельзя. Как его? С хранителем данжа. Или как он там называется, в общем. С мужиком с этим. Потому как выползет там этот босс, а мы уж явно не готовы к нему. Так, давай поставим. Вот мы дошли уже до пустыни. О, уже, кстати, скоро утро, я думаю. Там уже, по-моему, светает, нет? Так, ну ночью. Ночная вылазка у нас. Да что такое? Ой, баннер. Баннер забрал зомби, баннер. Я люблю баннеры собирать в этой игре. Прям так. Будем вешать потом куда-нибудь. Эй, стой. Так, лопим. ППшечки. К сожалению, мы пока что еще такие нубские. У нас вот, кстати, наша смерть была здесь. Надеюсь, не напрасный. Так, червяки, червяки. Можно рыбалкой позаниматься. Кстати. Кстати, о рыбалке. Почему бы нет, да? Что нас останавливает? Почему бы нет? Но рыбалка, нам нужна удочка. Удочка у нас с собой нет, но удочки, по-моему. Так, а что такое? Не могу такое взять. Хорошо, идем дальше. Нам надо дойти до конца карты. Посмотреть, здесь океан или нет. Или он в другой стороне, справа. Дойдем до океана, пойдем потом рыбачить. Так, вот, теперь уже светает, я вижу. Разрисовка пошла. Ну-ка, давай. Ковер-самолет мне вот это не нравится, ребят. Лучше все-таки эти самые сапожки какие-то просто на 2 прыжка. Да что вы так это? Атакуйте. Хорош. По одному, ребят. По одну шеренгу давай.
Блин, с двух сторон зажимают. Зажимают. Ну вот эти склоны, конечно, не очень удобные для мечника. Лучше, конечно, по прямой. Магу это все равно, да? Какая-то там. Ой! Ой! Ну, я так и знал, потому что у нас хпшечки совсем не было, и там уже что-то плескалось, мы дошли до джунглей, но не смогли. Сейчас пойдем обратно. Блин, сколько потеряли-то? 34 серебра. Пойдем накажем. Уже светает. Светает. Пойдем. Накажем вражин. Так, только выкинем сейчас. А, мы вот так все делаем, вот. Отлично. Чтобы у нас все, что не нужно. Да, я думаю, что надо не на серию платформы понаставлять, потому как перемещаться по платформу куда удобнее. И медленно ходим, да? У нас нет сапожек никаких быстрых, которые нам дают спринт хотя бы какой-нибудь. Давай. Ну-ка. Зомбики. Да, уже идет утро. Скоро утро. Скоро утро. Часов пока что у нас нет, поэтому мы не знаем, сколько времени. Тем не менее, мы идем в нашу сторону. Мы придерживаемся плану, который себе наметили. Я хочу дойти до конца карты. А возможно, если успеем, то и до конца другого карты, потому что надо узнать, где океан, чтобы... Так, по-моему, вот эти камушки... Можно из них червячков, нет? Так, он опять эта хрень летит. Воздушная хрень. Для, конечно, таких этих летающие самые проблемные. Я еще за воина тут никогда не играл. Всегда был магом. Как-то мне магия больше нравится. Так, давайте мы будем аккуратны. Блин, тут со всех сторон зажимают. Ладно, мы их скипанем, можно и так сказать. Блин, не хочет она умирать. Зараза. Все, готово. Все, уже скоро утро. Скоро свобода будет. Скоро мы освободимся. О, мы уже дошли, кстати, до той точки, где померли. Заберу. Нечего тут грабы расставлять. Это хорошо, они еще ничем не кидаются, правда? Там, по-моему, в данжах. И в данжах, и просто есть такие мобы, которые кидаются всякой гадостью. Так, а как я тут залазил? Ну, как-то так, наверное. Без крюка вообще тяжело. Сейчас я тут тоже сразу свет поставлю, чтобы знать, что я тут был. Ну и заодно ночью, если бегать, то светлее все-таки. А потом уже не на серию, я нарублю дерево и платформы. Поставлю себе полностью. Здесь, по-моему, я был, потому что вот эти штуки я по-любому делал. Это моя работа. Заделывать вот эти речки. Иначе, чтобы удобно было ходить. Да, вот джунгли уже. Это мы еще мало прошли с вами.
О, червячок. Птички поют. Все, утро у нас наступает. О, давайте, наверное, топор сами. Дерево порубим. Иначе заканчиваются факелы, а нам надо еще где-нибудь вниз спуститься, что-нибудь там пораскопать. Понакопать. Нам нужна срочно кирка. Нам нужно золото. Нам нужен обсидиан. Нам нужно копать эту всю хрень, чтобы до ада докопаться. Вообще дел много тут. Пока еще до хардмода нам тут далеко. Ну и дом надо построить, конечно же. Может быть, даже в следующей серии начнем дом строить. Ну, как продолжаем. Я его начал вне серии. И как-нибудь на серию с вами запилим. Все дерево здесь порублю. А, я же музыку выключил. Вот что я смотрю, я не определяю, утро настало или нет. Я же музыку выключил. Да, давайте мы, может, музыку включим сейчас. Чтобы повеселее было. Я смотрю, что-то не то. Музыки нет. Музыки нет. Так, ну-ка. Не то. Вау, раньше такого не было. Смотри, какие настройки прикольные стали. Стали делать музыка. Во. Террария. Это весело. Тут музыка всегда меня радовала. Я никогда ее не выключал. Но когда я строил, я включал свою музыку, поэтому... Так, вот здесь нам надо... Как-то чем-то... Птичка, извини. Я думаю, что здесь надо дерево тоже срубить. Хотя в дальнейшем, я думаю, что здесь надо ставить... Хотя можно и пролетать. Горшочек, ладно, пусть горшочек будет. Ой, я тут был, что ли? Я тут мог пройти. Давай посмотрим. А, во. Поменялось, да, у нас? Да, я тут был. Смотри, нам еще идти и идти. Достаточно далеко. Достаточно далеко. Вот теперь джунгли. Поменялась музыка. Да, и свет я тут ставил. В джунгли мы обязательно пойдем. Я джунгли, это мои любимые. Любимые, так сказать. Любимый вид. Так, вот здесь вот только опасно. Потому как тут вот эти вот заразы летают. Ну ладно. Мы их пережили. Все, погнали дальше. Так, на какой мы высоте, чтобы знать? Ну да, примерно надо выше делаться. Выше быть. Что такое? Ой, какая штука. Можно было бы и туда. О, вот это, по-моему, опасный типок. Вообще все опасные. Типочки опасные. Давай мы прорубимся. Ой-ой-ой-ой. Зря. Зря замыслил. Давай мы вот этого только убьем. Нам надо быстрее пройти этот. Давай-давай-давай. Лети к нам.
Да, чем воинам плохо, конечно, это вот ждешь, пока тебе кто-то прилетит. Пройдем быстрее вот этот биом нехороший. Все, мы его прошли. Нет, мы еще не прошли. Все, мы прошли. Надо бы здесь потом подсолнухи посадить, чтобы. Ой, это у нас опять джунгли, кстати. Продолжаются джунгли. Но джунгли, по-моему, он один из больших биомов. То есть самый большой, по-моему, это джунгли. Там пустыня и земной не очень большой. Ой, мне звук такой нравится, в джунгли. Такой. Так, это у нас что такое? Ой. А, это пчелки. Это пчелки. Так, надо подумать. Либо лезем мы в джунгли, либо мы все-таки доходим до нашей точки. Ой-ой-ой, не люблю пчелок. Драться-то не по-нормальному. Господин. Вызываю вас на дуэль. Давай. Все. Пам-пам-пам-пам. Оп. Отлично. Цветочки собираем. Прям в полете его поймал. О, джунгли огромные просто. Нет, хорошо, я думаю, что здесь океан. Хотя не факт. Может быть, здесь у нас только этот. Это летучий, да? Да, это летучая. Летучая мышка. Если я не ошибаюсь, мы можем прям тут ловить этот самый на удочку. У нас есть с собой удочка? Да, у нас с собой удочка есть. О, пиранька. Пчелки, пчелки, пчелки. Не любил пчелок. Они всегда много урона наносят. В джунглях они из страшных. О, пчела нормальная такая. Так, свет дайте. Дайте свет, человеку не видно. Ой, какой-то магический червяк, иди сюда. А вот еще. Так, а давай половим. Может, здесь что поймаем? А ну-ка, буль. Чё, поймал? Так. Я вообще тут рыбачу. Гоблин какой-то. Плотный гоблин. Ну ладно, мы отвлекаемся. Мы сейчас должны до конца дойти. Сейчас мы их убьем и пойдем. До конца дойдем. А потом, если что, там и порыбачим. В океане. Но мне почему-то кажется, что океан у нас будет
справа, а здесь будет у нас данж. Хотя он может быть что здесь, что там. А в джунглях же еще этот джунглевый данж, да, правильно? Самый последний, который самый сложный. Где куча ловушек, где последний босс. Ну, не последний уже, но когда-то был там последним боссом. Голем такой. С которого, кстати, нужно черепашью броню для нас, для воина, крафтить. Так, все, мы всех убили. Наконец-то. Здесь я еще не был. Да, по-моему, мы до океана дошли, да? Или нет? Надеюсь, не закончится. Ух, нифига себе здесь этих самых. Нифига, и мне казалось, что у нас до хардмода мало этих искажений-то всяких. А у нас тут вообще третий уже, да, по счету идет. Блин, а у нас жопа будет. У нас реально будет жопа. Так, быстрее надо добивать их. Давай, давай. Давай, теперь в эту сторону. Да, меч надо посильнее, конечно. Но это, по-моему, пока что самый сильный. Ну, не то, что самый. Так, я поставлю здесь это. Где мы уже? Ой, ну нам еще идти, идти. Блин, сколько тут вообще? Много. Так, 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 не переставай. Так, давай, 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 давай. Ой, зажмут, зажмут. Быстрее пей водичку. Все, вышли на пустыню. Ну, слава. Слава тебе, закончилось у нас. Ух! Еле выбрались. Друзья мои, еле выжили. О, сундучок. Так. Вон отсюда. Так, надеюсь, нам надо вот этого убить. Все, пойдем здесь залутаемся. А может и здесь океан, сейчас посмотрим. Здесь целых два сундучка, ребят. Сейчас глянем, что у нас тут. Так, монетки, всякая шняга, да? Так, сундучок, я думаю, надо забрать. Потому как у нас их нет. Во! А это... Подожди-ка. А, ну у нас уже такая есть. Ну ладно, забираем. Почему бы нет, пусть будет. Так, там песок копать я не буду. Неудобно. Да, я думаю, больше сюда ходить не будем, пока я не поставлю платформы. Будем только поверху ходить по платформам, потому что иначе очень как-то... Больно. Опасно. Сейчас уже ночь скоро. Ну, мы телепортнуться-то до дома сможем. Оп. Не, зато летим. Достаточно так долго летим. Все, да, океан у нас появилась, вот эта вода, здесь у нас океан, да, вот он. Видите, поменялась картинка, вот он океан у нас, да? Если я не ошибаюсь.
О, это же этот моряк, или как его там, отдыхает. Я нашел его. Блин, мне кажется, я сейчас потону, если я буду. Давай его найдем. Дойдем до него. Привет. Опа. Все, мы его нашли. Только он, по идее, должен здесь стоять, а он куда-то убежал. Так, у нас есть дерево. Дерево, дерево. Делаю домик для рыбалки. Со светой. Ой, убили его. Извини. Извини, тебя убили. О, акула идет. Так, давай-ка дверь сделаем. Заодно здесь рыбак может поселиться. Он же может здесь поселиться, по идее. Так, что у нас там? Скрафтить-то можно. А, у нас тут мало. Только если из дров. Давайте из дров. Сейчас мы быстренько так все. Хотя, по-моему, вот это вот нижнее не считается, надо, чтобы... А я могу еще? По-моему, я ману уже не могу сделать, у нас все, да? Да, 10, да? Здесь сколько их там. Хорошо, а что такое? Ой, какая-то супер наживка, давай-ка ее используем. Звездная наживка. А ну-ка. Может, тут что поймаем? Бульк, он медузка. Можно был бы акваланг, я бы по дну прошелся. Там, правда, акулы. У нас есть вообще наживка? Так, а что такое? Это материал. Ну, мы, в общем, что-то ловим. Какую-то шнягу. Во, а что такое? А, ботинок выловили. Нормально. Надо, короче, больше червяков. Возможно, даже покопаю червяки. Червяков. И чтобы мы с вами зарыбачились так нормально. Потому как тема интересная, прикольная. Можно ножи кидать. Так. О, рыбка. Из этого же всего добра может что-то готовить там какие-то, тоже крафты. Но достаточно далеко, конечно. Далеко. Хотя я не знаю, по-моему, работает рыбалка, если самому сделать. Глаз прилетел! Да, глаз прилетел. Сейчас он сюда придет, по-моему. Быстрее вот так же сделаем все. Что, не могу раскидать? А, у нас тут... Не по папкам. Блин, я от глаза, конечно, ушел. Так, что у нас там? Давайте вот здесь будет все для рыбалки.
тут, не знаю, какие-то плантации. Грибы. Так, вот, вот это. Черепки. Хотя у нас, по-моему, есть где-то для рыбалки. А ну-ка. Это не то. Вот. Так, почему у нас? Подожди. Упс, так. Во. Во. Нормально. Ну да, пусть будет здесь. Это сюда. Хотя... Блин. Тут у нас всякая шняга. Вот здесь будет всякие цветочки. Та же наживка там всякие. Баннер отдельно. Потом разберусь, конечно. Так, я не знаю, из этого башмака можно что-то сделать или нет? Или это такой-то трэш только? Трэш-башмак. Так, здесь у нас повторные всякие штуки. Мы потом, может быть, во что-нибудь сделаем. Где у нас флаги? Ты-ты-дым, вот здесь. Ну, уже у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 баннеров. Можно будет повесить как-нибудь. Как-нибудь повесить. Наверное, вот это сюда, да. А что, оно, интересно, не сложилось сразу? Странно. Так, куда сундуки поставим? Давай, наверное. Вообще, сейчас расскажу, какие планы. Вот это временные сундуки, они здесь, конечно, будут, но я их потом в один цвет переделаю. Вот здесь у нас будет хранилище, ребят. Полностью все хранилище, я так разобью. И здесь у нас будет хранилище. Здесь у нас комната для крафта. Здесь полностью везде будут только крафтовые столы. В несколько рядов. Чтобы это все хватило. Это пока временно у нас тут такое жилище. Здесь у нас будет наш главный трон. И там... Красоту наведем. А что вверху, я еще пока не думал. Но уже вот эти кругляшочки я подготовил. Для того, чтобы мы смогли уже дальше делать. Я думаю, что в следующей, возможно, серии... Так, ну мы дошли. Мы выполнили миссию, мы дошли до края карты. Да, здесь океан у нас в этой стороне. Значит, и к нам уже мы нашли этого рыбака. Скорее всего, он здесь где-то будет теперь шваться. Или он к нам приходит? Нет, я не помню. По-моему, не приходит. По-моему, он возле... Океан всегда тусуется, то есть там надо возле океана ему домик делать. Вот, и что еще, Не на серию, я наберу больше платформ и продолжим. Скорее всего, в эту сторону пойдем и дойдем до данжа. Здесь теперь в этой стороне данж у нас. Смотрите, сколько у нас искажений, это вот этих вот. Раз. Два. Три. Две штуки целых. И здесь вот, как вы видите, вот она четвертая. Четыре. Получается, что их больше. Потому как в обычном... в обычной уровне сложности, если я не ошибаюсь, их всего два. Два искажения вот эти, по-моему. Не больше. Их можно даже все вычистить. И все. И будет чистый мир. Как-то так. А на этом я серию закончу. В следующей серии мы будем... дальше играть в эту игру замечательно. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новой серии, ребят. Пока-пока.